Да, я слушаю. Едем прокатимся по магистральной, потом по огородам. Оружия, конечно, у них нет, но на дежурство сельчане заступают не с пустыми руками. Фонарики, рации, карта. Район они разбили на секторы. На 2-3 машинах выезжают каждую ночь на патруль по очереди. Задача предотвратить, испугать. Вот месяц патрулируем, месяц тишина, нет никаких краж. Роль полиции сельчане на себя взяли, когда поняли, что правоохранителей в их районе катастрофически не хватает, а преступность растет с каждым днем. Чем 200 квадратных километров у нас на обслуговании, 14 населенных пунктов, приблизно до 10 тисяч населения, и это у нас обслуговывает только один дільничий инспектор. Прислать еще хотя бы одного участкового. С такой просьбой они обратились в райотдел полиции. Глава сельсовета зачитывает ответ. Правоохранители просят рассмотреть на сессии программу противодействия преступности. Відповідно до якої виділити паливно-мастильні матеріали та запчастини для службових автомобілів відділу поліції. А вот самой полиции с тем, что рост преступности увеличился, не согласны. Говорят, количество участковых строго рекомендовано. Что касается топлива и запчастей, то их действительно не хватает. Если у нас будет больше топлива, мы сможем чаще появляться в тех местах, которые требуют нашего присутствия. Местные статистику не вникают. Говорят, половина из них потерпевшие. У кого гараж обчистили, у кого дом. За одну ночь было сразу 3 кражи. Виталий пострадал вдвойне. Все, что было, инструмент, сварка, компрессор, ноутбук, телефон, телевизор маленький. В нашествии грабителей они никого не винят, но были бы не против, если бы власть все же обратила внимание на полицейскую реформу. Тем временем в окрестных селах уже хотят последовать примеру августовки. Анна Городенцева, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер».